Ямальцы обсуждают развитие медицины. В городах округа проходят общественные слушания по проекту стратегии здравоохранения. Цель одна – совместными усилиями выработать действующий во благо населения арктического региона главный документ ямальской медицины. Разработчики определили ряд приоритетных направлений стратегии. Так, например, необходимо совершенствовать оказание медпомощи коренным малочисленным народам Севера и повышать доступность и качество специализированной и высокотехнологичной помощи ямальцам. Среди главных задач – снижение смертности населения от онкологических заболеваний и патологий сердечно-сосудистой системы, улучшение материально-технической базы медучреждений. В 2016 году на модернизацию оборудования по поручению губернатора выделено 500 миллионов рублей. Первые аппараты уже начали закупать. В документе уделено внимание кадровому вопросу. Сегодня регион предлагает молодым врачам хороший социальный пакет, подъемные в 100 тысяч рублей и 8 тысяч к зарплате ежемесячно. А развитие новых направлений в медицине может заинтересовать начинающих докторов. Кроме того, авторы стратегии считают необходимым создание единой здоровьесберегающей среды для детского населения. Особое внимание охране материнства и младенчества. С открытием перинатального центра третьего уровня в Ноябрьске для Ямала открылись новые перспективы. В округе полностью завершено формирование трехуровневой системы родовспоможения. Сейчас медики опробируют новую схему доставки рожениц в центр, добиваясь наибольшей эффективности. В ближайшие 5 лет также намерены совершенствовать диагностику и профилактику инфекционных и паразитарных болезней, а развивать систему профилактики неинфекционных заболеваний, которая в 2015 году признана Минздравом одной из лучших в России. Напомним, первые общественные слушания по обсуждению стратегии развития здравоохранения округа прошли в Ямальском районе в декабре 2015 года. Высказать свои предложения в проект стратегии может каждый, оставив пожелания на сайте окружного департамента здравоохранения.